Международное признание Димаш. Уважаемые слушатели, оставляйте комментарии на канале. Он получил международное признание. Димаш очень хороший певец. Талант Димаш – просто певец, музыкант, а теперь художник. Он делает свою любимую музыку. Он делает то, что должен делать артист. Он привык упаковывать вещи. Это его выбор. Никто из нас не может сделать за него выбор, только наблюдать. Тогда люди, которым он нравится, пожалуйста, продолжайте поддерживать его, чтобы доверять ему. Те, кто тронут им и получают от него силы, пожалуйста, продолжайте ожидать, что он будет постоянно меняться и расти. Люди, которые не любят его, пожалуйста, уважайте его, будьте дружелюбны и объективно выдвиньте свои предложения по критике или идите прямо. Дорогой Димаша, пожалуйста, становись лучше и лучше, для себя и для тех, кто любит тебя. Как и я, каждая молча поддерживает тех, кто его любит. Независимо от того, насколько тяжелой и сложной является ваша жизнь, вы должны упорствовать и делать себя лучше и лучше. Я надеюсь, что эти чувства могут рассказать немного мысли в вашем сердце и могут немного помочь Димаше. Он выиграл так много наград. Он получил международное признание и выглядит так хорошо. Димаш, этот тип человека, созданного Тайсу, просто громкое благословение певца. Но Димаш не то же самое, что объем. Он может интегрироваться в эту социальную ситуацию и не живет в своем маленьком пространстве, поэтому Димаша может оценить и даже потрогать то, что мы видим, и его музыку, даже если язык не оправданный или мы не до конца понимаем профессиональные ограничения. Мы прикоснемся к его чувствительному уму и душе через музыку. Выслушав помощь грустного человека, я почувствовал, что мое настроение долго не могло успокоиться, и иногда я был так взволнован, когда находился в депрессии. В голосе этого гениального мужчины мечты должно быть какое-то волшебство, похожее на тьму, и после его прослушивания мое сердце было выкопано. Характер маленького принца очень личный. Это благословение, Димаша. Я не думаю, что есть на что смотреть. Это очень нормально любить Димахи. В конце концов, этот слишком привлекателен. Но, будучи поверхностно подкованным внутренним фанатом, я все еще надеюсь, что все те, кто любит Димаш, не хотят. Он делал чрезмерные замечания, такие как и благоразумно относятся ко всему, что с ним связано. Ему нравится защищать его и поддерживать, чтобы он мог развиваться и расти лучше. Это должно быть крутое безумие на сцене и в аудитории. Если тебе нравится его песня, ты не пожалеешь, послушав его сцену. Уважаемые слушатели, оставляют комментарии на канале. Нажмите на колокольчик.